Дорогие друзья, конечно же, мы с вами прекрасно помним две замечательные игрушки. Одна из которых называется Papers, Please, другая называется Contraband Police. И я в свое время прошел и ту, и другую, получил массу удовольствия от игры. Потому что интересно там все это расследовать, проверять. Они в целом похожи. В одной нам нужно проверять граждан, которые намереваются пересечь границу и, собственно говоря, либо пропускать их, либо не пропускать. Конечно, там происходят еще какие-то интересные вещи. В другой все то же самое, только добавляется еще... возможность обыскивать автомобили на предмет контрабанды. Мало ли кто-то там что-то намеревается перевезти. И вот, друзья, выходит игрушка под названием Border Patrol. Ну, собственно говоря, она в Стиме так и называется, пограничный патруль по-русски. Кто знает, может быть, это что-то интересненькое. Сейчас, собственно говоря, поиграем и узнаем. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал. Игра очень мало весит, я так понимаю, что здесь как раз-таки опять 2D-шно все будет, типа а-ля как в Papers, Please, я видел скриншоты. Давайте не будем загадывать, просто пожелаю всем приятного аппетита, то кушай, всем приятного просмотра. Так, а что у нас старт? Учебный план, что это учебный план? Ага. Ага, так, добрый день, товарищ. Добро пожаловать на пограничный пост Альбера. Это Арстоцкая опять будет. Я объясню тебе обязанности. Так, это у нас полицейский Леверт говорит. Теперь откройте папку и проверьте свой рабочий справочник. В нем содержится необходимая информация о досмотре, странах посещения туристов и транспортных средств. Ну, я предлагаю, кстати, это, видимо, это обучение. Наверное, стоит его пройти, чтобы до конца все понимать. Но вообще очень все похоже. Так. Это справочник, имя, фамилия, срок действия. Все вообще очень похоже. Все очень похоже. Автомобили, список автомобилей, получается, у нас здесь есть. Ну, вообще вот один в... А, подожди, так это вообще... Один в один, как будто этот самый контрабанд полис. Так, ну хорошо, допустим, закрываем. Готовы? Потяните шлюз. Что? А почему там текст в тексте? Я не понимаю, что там написано. Ну хорошо, скип. Потяните шлюз. Потянули шлюз. Что дальше? Воу! Подъезжает Range Rover тем временем. Нифига себе. Подожди, а что-то... Стоп, стоп, стоп. Я где-то видел календарь, там 79-й год был написан. Для въезда в Альберту водителю необходимо предъявить законные документы. После нажатия кнопки «Предъявить документ» он перемещается в рабочую папку. Так, хорошо. Это документы, да? Ага, вот, work. Использование визуального фокуса позволяет проверить правильность идентификационных данных водителя. Визуальный фокус очень поглощает восприятие. Когда восприятие исчерпано, визуальный фокус не может быть использован. А, типа вот это сопоставление, наверное, имеется в виду, да? И сверху вон шкала эта. Вы можете восстановить его, засыпая и отдыхая. Конечно, модернизация оборудования может надлежащим образом улучшить ваш предел восприятия. Блин, я, кстати, думаю, а куда здесь лучше вебку-то поместить? Налево или направо? Ну, давайте посмотрим. Так, воспри... Ага. А, он автоматически прям сопоставляет. Давай, наверное, вебку я направо перемещу, потому что справа здесь, кроме этого самого часов и даты, видимо, ничего не будет. Ну да, сейчас, одну секунду, чтобы вам было все, просто все видно и комфортно. Так, не забудьте указать в отчете о проверке правильности всех обнаруженных неточных идентификационных данных. Прежде чем отказать водителю, отметьте хотя бы одну ошибку. Чем больше ошибок обнаруживается, тем щедрее награда. Утверждение записи требует только отчета без ошибок. Короче, это все на практике, я думаю, что все будет... Так все нормально же, да, у него? Я еще немножко... Это водитель имеет право? Ну да, у него вроде все это... Несоответствия-то не было. Правильно? Хоть. Нифига такой солидный какой-то мужик на Range Rover в 79-м году. Нормально. Он что, там машину времени, что ли, придумал? Я не понимаю. Range Rover-то свежий. Так, мы пропустили его. А что за камера? А, камера, это типа нам туда можно будет это... Давайте посмотрим на информацию. Так, правильно я досмотрел? Фу, я уже думал, что-то накосячил. Ну, короче, все вообще слизано с этого. Каждая запись касается конкретного контрабандиста. Тщательно обследуйте каждого, кто соответствует описанию записи. Помните, никакие запрещенные предметы или преступники не должны пересекать границу Альберты. Они просто придумали свой город, свою, точнее, свою страну какую-то здесь, да? Вызовите следующего водителя. Так, ну давай, тянем. В целом понятно. То есть я думаю, что можно даже начинать игру. Так, грузовик приехал. Ага. А как нам досматривать автомобиль, если мы тут в 2D вселенной играем? О, какой ковбой. Так, попробуйте проверить автомобиль. Контролизм, как правило, использует специальные метки для обозначения мест, где хранятся запрещенные предметы. К счастью, использование сканера может сделать эти специальные метки видимыми. Сканер требует специальной энергии. Вы можете позвонить персоналу для зарядки. Хорошо. Опа! После обнаружения маркировки нам нужно активировать режим поиска и идентифицировать любые запрещенные предметы. Обыскать.
Вот оно что, да? В Грузии могут быть скрыты некоторые запрещенные предметы, и вы можете позвонить во вспомогательную полицию, чтобы помочь разгрузить товар. Каждая разгрузка и упаковка занимает 30 минут. Ни хрена себе. Я бы сам быстрее это сделал. Груз после разгрузки будет помещен в зону разгрузки. Иногда вам переключение может перейти на монитор. Можно... Ну, кстати, что-то свое, смотри, замечание. Так, ага. Тыкаем. Опа, а это что такое еще? Найдена контрабанда, сигареты. Вот так вот, пожалуйста, смотри, мы можем... А-а-а, еще тут, смотри-ка. Так, подожди, а как нам... А-а-а, прям вот так вот. Ищу сигареты. Ты понял, да? То есть как бы в 2D-вселенной сделали тот же самый контрабанд-полис. Почему бы и нет, учитывая, что мы его давненько проходили. Так-то можно немножко вспомнить, тряхнуть стариной. Так все, наверное, да? Че, закрываю? А, подожди, мы не забрали, все, забрали. Ну, все, я больше меток никаких не вижу, по крайней мере. Все, закрываем, типа? Молодец, вы нашли контрабанду, и теперь можете арестовать этого ублюдка. Как жестко. Преступник арестован. Машина того парня все еще припаркована на дороге и попросила кого-то увезти ее. Что? Телефон. Очистить зону. Это интересно. Займет 30 минут. Арестованные подозреваемые будут содержаться во временных камерах с ограниченным пространством. Ага. Камера. Это прям отдельная какая-то локация. Нажмите на карман часы в конце дня. Ты, подожди, камеру не посмотрел. Ага, вот. Извиняюсь. Тут написано, сколько у нас этих, да? Расходы, соответственно, я думаю, что точно так же будут, как и в Papers, Please, в Contraband Police. Хотя в Contraband Police, по-моему, такого не было. Или кто-то там... Кто-то какие-то мутки устраивал, нет? Товарищ, я надеюсь, что вы хорошо выспались. Готовы? Подожди, а как я могу посмотреть, кто там конкретно? Я просто один из трех, да? Да в целом все понятно. Мы можем, наверное, начинать игру? Или что? Я как бы вроде как это понял все. Еще смотри, грузовик какой-то. Да? Ну так удобнее, что в 2D нарисовал все. Идея есть, сделал свою игру просто. Очень интересный персонаж у нас тут на границе. Так, ну давай посмотрим. А я могу как сам, так и это самое использовать. А я уже вижу, я уже вижу. Я уже вижу недочет. Я вижу у него разное это самое. Подожди, имя, фамилия у него не соответствует. 0685-1743. 0685... А... Понял. Ну и паспорт, блядь, не... номер паспорта не соответствует. 28 декабря. У нас сегодня так, пока нормально. Срок действия нормально. Транзит. Владелец машины регистрационный. Ну-ка, подожди, давай ради интереса сейчас вот тоже его... стоп. А мы ему также на сканер, да, можем его отправить? Можем, но надо ли? Ну-ка, подожди, сканирование. Подожди, обыскать это типа доп. Услуга, да? Подожди, я вот это немножко не понял, как обыскать. Ой, ладно, все, заканчиваю. Короче, у него вроде... А, список товаров даже есть. А где он? Планшет для учета. Не очень понял, ну ладно. Короче, пока, чел. У тебя как бы там это, проблемы небольшие. До свидания, блядь. До свидания. Так, и что, ну-ка сейчас вот посмотрим, что он напишет. А, во, подожди. Тут же еще пишут, да, кого нельзя про... И что нам скажут? Ну логично, логично, логично. Короче, я понял, подожди, давай попробуем сыграть. Все, нас в принципе, так, старт же надо нажимать. Вот, основная игра, вот это уже интересно. Подожди, а что за сохранение? А, так эта игра уже началась, что ли? И мы из обучения пере... А, я смотрю, 8... ну откуда у меня сохранение? Это текущее сохранение. Оказывается, игра из обучения. Я думал, мы в обучении просто застряли. Да, почему я... Ого. Хуя себе, блядь, как я выгляжу, интересно. Такое, конечно, серьезно. Так, это электрический хаммер подъехал, я так понимаю, новый, да? 79-й год, напоминаю. Так, дамочка, Джамал Сарян. Джамал Сарян везет курицу. Верим? Или что? Так, подожди, еще надо, наверное, вообще все сравнивать, да, получается? Ваксрла, вот этот тип автомобиля... Бля, масса. А это сразу? Просто обычно в этих играх все поэтапно было. Типа там это самое. Так, подожди, а как вернуться? О, сюда. Стрелян, тип автомобиля. Ваксрла. Это что за машина? Тут такой нет даже, блядь. А, Ваксрла. Ну да. Ну это Бронко, правда. Ну ладно. Бронко. Ну окей. Так, 2М. Че, ну давай хорошо внимательность будем. Бля, удобно. Так-то, да? Вообще все заебись у этой дамы. Вообще все отлично. 37 лет, нас это особо не интересует. Все, блять, я еще... Я думал, надо останавливать этот... Я, короче, прикинь, думал, что его можно... Я два раза потратил на одного человека. Я, короче, думал, что мы пока, ну, типа, нажали, и можно какие-то конкретные параметры сопоставить. Ну, ладно, я потратил. Как обычно, все через жопу. Нормально все. Так, подожди, ну-ка еще раз. Данные...
У вас есть сообщение. Поддельный документ, паспорт. А, ну понял. Вот это и был контрабандист. Национальность Дамбути. Ни хрена себе, сколько сразу контрабандистов. За что? Да хотя бы... Да почему даже... Что не так-то, блядь? Правила въезда. Ехал в страну, несмотря на ограничения. Какие ограничения, подожди, у нас в стране? Вирус животных. Запрещена перевозка любых животных из этой страны. Пиздец. Вот дела. Так, ладно, друзья. Ну, как обычно, уже начало у меня в моем фирменном стиле. Я не могу начать подобные игры играть без каких-то казусов. Постоянно какая-то залупень происходит. Так, подходит какой-то человечек. Серьезный, блин, какой-то. Какой-то серьезный тип. Так, ящик с лекарем, удобрением. Файрус. Обед. 666У. Подожди, там что-то было. БВ4У. Там что-то было, номер такой, подожди. А, нет, 14УЕ там. Поддельный паспорт, национальность Дамбути. А у него какая национальность? Национальность Дамбути. Подожди, ну это же не факт, что... А что там написано про него конкретно? Просто он контрабандист, да? Подожди-ка, ну-ка, молодой человек, на рентген, пожалуйста. Можно сканирование, так сказать, отправить? Повезло. Ладно, блядь, хорошо. Тогда проверяем документы. Слушай, ну прикольно, на самом деле, прикольно. Глаз тратить не буду. Так, еще раз. Что там еще? Вирус животных. Паспорт постоянно на территории. Здесь новое право. Я, короче, так понял, что здесь сразу дофига всего. То есть, помнишь, что в Papers, Please, что в Contraband Police, там поэтапно мы чему-то новому учились, здесь сразу дохрена всего. Правило, приводить к отказу во въезде. Поддельные документы. Давай, ладно, я на него глаз потрачу. Наверное, все-таки. Жалко, нельзя только что-то одно проверить. Типа, что я хочу сопоставить. Ну да, походу все зашибись у него. Ну давай. Да? Нормально же? Хотя Дамбути, но... А можно хоть одно правильное решение приму вот сейчас как-то? Я так, знаешь, начал так уверенно, как будто я эксперт. Я просто сейчас говорю, надо вжиться в роль. Я так всегда начинаю тупить, потом нормально. Чё-то повез, блядь. Нормально? Я уже думал, реально что-нибудь сейчас пропущу. Вот это было бы неприятно. Так, следующий автомобиль. Range Rover. Бля, в натуре куда-то в будущее или, бля, попали или куда, я не понимаю. Так, мне кажется, дама. Нет, не дама, какой-то серьезный тип. Какой-то серьезный тип. Ну, здравствуйте. Так, Иракли Ломизе. Есть такое Z8D7, XN8D. Ну-ка попробуй сейчас самостоятельно. Арзо 1. Ну, нужно машину, во-первых, выучить, я же так не смогу. Арзо... Азулу 1, ну, наверное, это оно и есть. Так, посещение, да? Объединение Камеруна. Нет, он не тут. Подожди, какие еще там у нас приколы с контрабандистами-то? Но номер паспорта тоже точно соответствует. Слушай, у меня есть подозрение, что он нормальный тип. Потому что смотри, ну давай так. У нас поддельный документ, паспорт. Мы уже одного пропустили. Дамбути пока нет. 14 УЕ, это не он. Паспорта поддельного нет. Сканировать его как бы смысла нет. Поэтому, братанчик, я тебе верю. Проезжай на своем рейндж-ровере. Развлекайся в нашей стране. Как говорится, это. Счастливого пути. Ни гвоздя, ни жезла. Давай, пожалуйста. Ну, только без этого. Без приколов. Ну, надо освоиться, надо освоиться. Подожди, сейчас. Ну, успешно же? Ну, конечно. Это был последний. Теперь вы можете заняться своими делами. Ладно. Так, подожди, там же часы надо нажать как-то, нет? Какие у меня дела-то, блядь, свои? Я что, знаю, что ли? Подожди. А как этот? Камера. Нет, стоп. Такой... А какие у меня дела? У меня дел нету, блядь. Какие дела? Сканер смотреть в одиночестве или что? А, вот, кстати. Только сейчас увидел, что тут можно отрегулировать. Просто, блядь, она хуячит эта музыка. Так, подожди. Идеально. Так, ладно, это досмотры, плакаты. Ну, так а как закончить день-то? Там же были часы. Где они были, блядь? А, здесь. Вот оно что. Так, друзья, первый день успешный. Ну как, успешный? Ладно, не будем говорить, что он успешным был. Немножко в минус даже мы поработали. Но тем не менее. Так, товарищ, я надеюсь, что вы хорошо выспались. Готовы к очередному рабочему? Всегда готов. Опа, давай. Ну-ка. Я так понимаю, у нас только Range Rover и... А, ни хрена. Это что-то какая-то вообще непонятная какая-то махина. Так.
Солидный, солидный. Это этот, блядь, Антон из Зайчика подрос, смотри. Похож реально. Так, ну-ка. Камал Демир. А у нас обновилось что-то? Нихера, да, все то же самое. Так, с животными, короче, не пропускаем. Дамбути 14 УЕ. Дамбути 14 УЕ, надо держать в голове. Не Дамбути, не 14 УЕ, как минимум. Проверяем документы. П-411, УСЮ 6. Камал Демир. Срок действия 79-й. Ага. Багаж удобрений. Камал. Опа! Так. Имя, фамилия. Да, получается, мы указываем. Да. Опись груза. А как нам, подожди, груз-то? Надо каждый раз проверять в итоге или нет? Сейчас. Номера. Ну-ка, подожди. Если мы сканер. Нет, подожди, обыскать это не то. Не, сканировать его точно не смысла. Подожди, еще раз. Бля, вернись обратно, вернись обратно. Взве... А. 1110. А у него что указано? Максимальный вес 900. Сейчас не зря взвесил. Подожди, так. Так и все, до свидания. Имя, фамилия. Подожди, а там как еще раз про контрабандиста? И можно, конечно, его просканировать. Поддельный паспорт у него. Но у него не поддельный паспорт, у него другое. То есть мы его просто разворачиваем. Надеюсь, да? Мы его не арестовываем же? Я надеюсь, я все указал. Я так чисто... То есть получается, надо еще взвешивать каждый раз машину, прикинь? Так. Сейчас просто штраф, блядь, надо было разворачивать, да, его? Ну да, а почему 40? А можно было больше заработать или нет? Типа, как варьируется премия, блядь, нет? Типа, почему 40? О, газель приехал, нихуя, так, это уже интересно. Ну-ка, желтенькая газель, а за рулем? Уже был такое лицо у нас. Так, ну хорошо. А, Дамбути. Так, Максер А. Давай посмотрим, так ли называется этот автомобиль. Кстати, мы ту не сравнили. Максимально, я понял, нормальное название. Такое, блядь, конечно. Так, давай смотреть, Гамал Аджад. Понял, уже есть у нас имя, фамилия, я увидел уже. Бие... Так, подожди. А, так у него, блядь, получается и документы. Подожди, а это тоже, что ли? Стоп, до меня только сейчас дошло. Печать. Сравните. Прочно, в паспорте. А, мы же, получается, у каждой же еще страны... Да, у них же еще Камерда. Подожди, Камерда. Ну, у нее не поддельный паспорт. Камеру. Блять, как Камерда. А, официальный блок. По-моему, пахнет пиздежом. У нее не такая. Подожди, тут какая-то. Подожди. Печать хуевая у него, мне кажется. Подожди, так срок действия. Я не знаю, не ошибся ли. Посещение. 78. У него еще просроченное разрешение на въезд. А как это? Срок действия, да? Охренеть, он что, совсем ебанулся? Так, подожди. А что по скану-то? О! Куда? Оставить беглеца любым... Погоня? Что... Ёпта, как это работало-то? Подожди! Это самая странная погоня! Подожди, там была педаль газа? Мне нужно было, типа, держать с ним эту, что ли? Я как дованул газу-то, блядь! Хера он ублюдок, он просто реально по газам дал, ты прикинь? Это что, блядь, за бронетехника нахуй подъехала? Что такое? Что за аппарат такой? Ебать, он просто... Он... Зикар 4-4. Ни хрена себе, дамочка, здравствуйте. Так, блять, пиздец. Корова. Так, Замир Укава. Понял, уже несоответствие. Блять, ужас какой. Так, а давай-ка мы еще париться. Вот оно само. О! Оно само пометится, да, сейчас все? 30 лет. О, еще и паспорт поддельный. Автоматически все расставилось, вообще не проблема. Так, подожди.
поддельный паспорт. А ну-ка, давай-ка на скан. Не везешь ли ты ничего? Корову, блин. Ебать, ты чё? Подожди, обыскать надо нажимать или нет? Кнопку вот эту. Оружие, блядь, ты прикинь? Еще и корову везет, блядь, сверху. Это что такое? Сделать выбор, получить взятку или арестовать? Не получится, я не подкупной, блядь. Я не подкупной! Так, и что она теперь в камере сидит? А что мне с ними делать-то потом? Через зону досмотра вызвать-то? Через зону досмотра нам нужно, да, получается? Преступник пойман. Так, а как, подожди, более подробно? Место сидения водительского кресла. В корове еще была контрабанда? Королевство Беларусь. Я даже не успел... А сканер пиздец быстро садится, подожди. А как его зарядить-то? Получается, надо просить, да? Звонить. Это платно? 100 баксов, охуеть. Ты прикинь, сканер, он очень быстро садится на самом деле. Смотри, он просто, он уже на этот сам, на... Так. Ребят, на самом деле, нихера себе игра-то. Вот она сложна тем, что ты сразу здесь... Сразу у тебя дофига всего, потому что в Contraband Police потихонечку все это... Ух ты. Вот это тетя. Вот это тетя. Так, справочник. Что за машина у тебя тут? Синкс? Просто и со вкус. А, нихуя себе. А что у нас по номеру? Тут с гор 07 написано. А давай-ка смотри. Сейчас смотри. Я мог бы и сам, но можно воспользоваться глазом. А тип машины? Тип машины? А тип машины? А тип машины? А он не проверяет тип машины? Охуеть. Тип автомобиля. Так, подожди, давай взвесим. 3450. Сейчас узнаем. Ну ладно. Так, здесь проходит. Подожди, что там у нас по ориентировкам-то? 14 УЕ. А у тебя какие номера? Понял. Приплыли, тетя. Ну давай. Не понял. Подожди, обыскать. Я не понимаю, как, что такое обыскать и как он разгрузить. Я вот этого не понимаю, блядь. Что значит разгрузить и куда это все разгружается, блядь? Подожди, нихуя. Ящик с лекарствами, тюк сена. А где, как это посмотреть-то? Во-первых, у меня нахрен село это электричество ебучее. Блядь, я принципиально его заряжу, подожди. Взвешивание-то ладно. Подожди, я... Я не понимаю, обыскать. А-а-а, что? Отстань. Только я не поймал еще. Подожди, я еще не все нашел. Оказывается, тут еще открываются эти штуки, блядь. Ты мог об этом подумать? Подожди, я просто, мне никто не сказал, что это так работает. А куда тыкать-то еще можно? Тут, оказывается, вот так все еще, ты прикинь? Вот тебе и 2D игра. Вот так вот сканер-то Ой. Хуяся. Это я уже так борщинул, малеха. Так, вот с вещами я не понял. Разгрузить, а куда оно, блядь, разгружается? Ну, короче, мы ее ловим. Ну, а, мы ее уже поймали, да? Получается, очистить надо. Сканер заряжается. Давай-ка сканер мне заряди. Хотя, может быть, и зря. Да? Потому что сейчас оно уже, наверное... Ты не надо говорить, что сейчас, блядь, следующий день наступает? Я тебя прошу, блядь. Понял. Нахуй я зарядил сканер? Подожди, а что нам с этими преступниками-то делать? Полицейский транспорт. Пиздец, все дорого так стоит, а куда... А, ну хотя бы так, он с контрабанды увозит, видишь что? Он контрабанду тоже сразу... Да-да, это выгодно, тогда прикольно. Слушай, ну интересно, единственная ошибка этой игры только в том, что здесь сразу все дофига. Помнишь, должно быть поэтапно. Сначала нас учат сопоставлять номера документов, потом номера там, не знаю, машины, еще что-то. Потом добавляется какая-то уже информация про контрабандизм. А тут сразу на тебе все, и еще и этот сканер, который, блядь, пользовался еще, попробуй научись.
Ну так-то прикольно. Не, я продолжил. Друзья, напишите в комментариях, что, проходим дальше, попробуем еще что-то. Будет ли что-то появляться новенькое? Ну видишь, какие-то там предлагают либо взятку, либо арестовать. То есть какие-то варианты тут есть. Еще, конечно, наверняка будут какие-то странные личности приходить. В этих играх всегда так бывает. В общем, друзья, оценивайте видосик, пишите, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, если вы вдруг впервые здесь. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.